собирал представитель «Единой России». Ага. Там тоже пожилые были. Если касается под 80, политики, под 90 было сказано приблизительно так. Значит, при невозвращении вообще этого помещения 1 сентября, а у нас выборы во второй половине 18 сентября, все ветераны города проголосуют против «Единой России». Вот это я услышал вчера. Я прошу больше об этом не говорить. Да. Мы не занимаемся здесь политикой. Об этом не говори. Что я услышал? Я всегда как ветеранам это? Говорю. Везде, на любом, где я встречаюсь. Я встречаюсь очень много. Мы все взрослые. Когда мне задают такие вопросы, я говорю, мы все взрослые люди. И решения мы принимаем сами. Мудрые. Больше я ничего не говорю. Потому что я знаю, чем это грозит. Я уже прошла, сами знаете, много, и еще сейчас прохожу, и пройду, потому что надо это, понимаете? Но я не ожидала, что вы так скажете.